Всем привет, с вами я, Руслан Стар, и сегодня мы будем играть в игру под названием Motor Depot. Сегодня я вам расскажу, как можно заработать деньги. Для этого нам нужно либо вот такая вот буханка, либо вот такой вот УАЗ-3303 с вот такой вот будкой типа кубанец. Так, ну я буду ездить вот на таком вот. Так, нам надо ехать, вот, взять метку, принять рабочих на аварию. Вы, наверное, это уже видели, но я хочу повторить еще, потому что просто так. Все блогеры выпустили, а я не выпустил. Так, вот, смотрите. Берем метку. Вот, она находится не очень далеко. Сейчас мы доедем, и я включу запись. Так, ребят, ну вот, смотрите, мы уже почти подъехали. Кстати, кубанец раньше использовался как в деревнях, в колхозах, как служба перевозки обедов для комбайнеров, для трактористов. Просто интересный факт. Надеюсь, вы уже это знаете. Так, вот мы уже подъезжаем. Вот сейчас будет самый главный момент. Главное, его не просмотрите. Вот, значит, мы подъезжаем. Конечно, я знаю, есть еще с мазом там. Ну вот, смотрите. Ой, поехал случайно. Вот. У нас осталась метка «Отвезите рабочих на базу». Мы ее не убираем. Не убираем. Заходим в гараж. Телепортируемся. Берем КАВС любой. Либо вот, ну я возьму такой. Еще есть на базе ГАЗ-53. Так, вот, значит, мы взяли метку. Тут у нас отображается. Выключаем ее. Теперь принять. И тут тоже принять. Едем. Ну и дело осталось за малым. Встаем. Вот на эти две метки вот так вот. И все, деньги прибавляются. Вот такой вот простой способ. Да, он работает. И смотрите в статистике, сколько вам надо. Копите. Надеюсь, я вам помог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Руслан Стар. Всем удачи и всем пока.